стартовых раскладов, то, конечно, Шахтер выглядит фаворитом, но я вам скажу, что пока только на бумаге. Момент у Шахтера, бросок в дальний, проваливается шайба и залетает в ворота. Первый гол Кубка Солея. Просто пробил дырочку, такое ощущение, что в Матвее Киселеве. Ну, классный бросок получился, наверное, очень неудобный для голкипера. Ну и здесь динамовцы откровенно провалились на правом краю. Подмышку отправил шайбу Федор Пышкайло Матвею Киселеву. Тот ее не зафиксировал. Но вот здесь провал, конечно, у Пышкайло. Пространства было много, чтобы еще и мог бы даже так же быстро, как Шахтер открыл, так же быстро счет и сравнять. Бросок от синей линии, добивание. И здесь, по-моему, шайба даже до Снытко. В таком же статусе он был в начале этого сезона в Металлурге. Хороший перехват, бросок, добивание Сумбура. Прессинг приносит плоды. Удается отобрать шайбу в чужой зоне, нанести бросок. И добивание совсем чуть-чуть не получилось. Вот каких-то сантиметров местами не хватило, чтобы сделать цифру на табло. 1-1, делает цифру все-таки Динамо. 1-1, не знаю, как она там залетела, но залетела. И радуется этому событию Валерий Гурин. Ну, потому что смена очень классная получилась. Подставил клюшку под наброс защитника от синей линии. Точнее, не защитника, это нападающий был. И да, тут к Снытко вопросов быть не может. То есть два нападающих. Андрей Ревацкий от синей набросил. И Валерий Гурин подставил клюшку. Шайба между... Шахтер цепляется за шайбу. Артем Демков у левого борта передачу выдает, но с неудобной... Не бросил за шайбу бороться, если бы дотронулся до нее и вообще вступил в борьбу. Весь бокс для штрафников мог бы еще 2 минуты заработать. Перехват от Динамо, бросок, 2-1, Динамо! Что тут привез себе Шахтер, вообще непонятно, уже не первый такой момент, да? Ну, показывает нам Снытко, но при чем здесь Снытко? Это просто какой-то сюрприз для Алексея. Ну, или снова там Гурин. Да, это снова Гурин, это дубль нападающего под восьмым номером. Вот сегодня у нас только восьмерки отличаются. Перехватил два шага вперед, остановиться на нем. Что это вообще за хоккеист такой? Приехал в экстралигу в первом же матче Шахтер, одной из фаворитов Кубка Солей сезона. Какая шайба! 2-2, какой период вообще, нужно так сказать. Ну вот Киселеву прям не везет. Очень быстро Шахтеру удается цифры на табло сравнять. И смотрим, как это вообще тут произошло. Бросок, подставление, рикошет, еще один рикошет. И шайба в воротах. Нет, мне кажется, не Еркин забросил. Не Еркин, а другой хоккеист. Потому что Денис клюшку вот здесь подставил. Затем его партнера шайба угодила. И после этого справедливый итог. Ну и согласитесь, лучше, чем лучше 2-2, может быть, сейчас и 3-2 будет. Нет, на этот раз не пускает. Такой задают, по крайней мере, по части заброшенных шайб. Команды не будет. Здесь удаление, можно продолжать игру. И она продолжается. Здесь какой выход из зоны? Это неоправданная опять потеря, но здесь уже хотел нападающий. Ну, посмотрите. Ну и теперь уже не молодой хоккеист, это Михаил Стефанович. Показавшись на позиции последнего защитника, принялся обыгрывать они свой розыгрыш. Нужно раскатываться вновь. Зависло у нас время удаленного, а это Михаил Стефанович. Его и пропускает Динамо. И вот-вот будет в полном составе, совсем чуть-чуть остается выстоять, а здесь в моменте еще один и вновь тащит Шахтер впереди. В целом, этим периодом, я думаю, команда может быть довольна, но единственное, что хотелось бы ей наверняка забросить побольше. Ну а здесь сцепились, эмоции пошли, сцепились. И будет еще одно удаление, втроем Динамо остается, если... Сейчас не забросит Шахтер, не забрасывает перехват. И на бель ворот не проходит. Ну и, соответственно, пятером цели горчане пытаются четвертую шайбу забросить. Как будто прорекламировали вот в первом периоде команды Кубок Солей, а затем
Затем взяли паузу, да, на синюю линию. Получает обратную передачу. Бросает Крикуненко. Шайба доходит до Снытко, вообще до створа ворот, в принципе. Ну, это бросок Романа Крикуненко. Смотри, и Сэй на преимущество смотри. Какую-то структуру держит игры, да. То есть в обороне хорошо. Вот если бы счет был 3-2 в пользу Динамо, тогда можно было говорить, что все окей у динамовцев. А здесь небольшой сумбур перед воротами Киселева. Алексеев дальше двигает. Прострел, поставление, 3-3. Динамо достает эту игру. Сравнивает цифры на табло. И это классная развязка, я думаю. Большинство, а вместо этого на последних минутах пропускает Шахтер. И у нас 3-3. Еще раз, момент с голом. Шикарное подставление, классная передача. Все разыграно как по нотам. Ошибиться с Романом Алексеевым, но с Кириллом Никулиным очень и очень редко. Кирилл Никулин делает счет 3-3, но тут может Шахтер четвертую забрасывать. 4-3, Шахтер Стефанович. Классная развязка. Вот смотрели мы второй, третий после период заброшенной шайбы. Но вот смотрите, можно же просто сыграть. Нет, поперечная передача, перехват. Пас на Стефановича, и Стефанович мастерски решает. 4-3, Шахтер вновь впереди в основное время. Да, да, я думаю, будут разбирать этот момент. Ну и, кстати, остается, но опять в углу, опять у бортов. Вот только сейчас под контролем Динамо шайба. Пас под ворота, Снытко накрывает шайбу. Замес такой получается под воротами. Естественно, все толкаются. Эмоции бурлят. Не хочет Шахтер тогда еще раз пропустить. Тогда будут проблемы. Не удается выиграть чисто. И на этом все. Победа Шахтера, с чем мы Горняков поздравляем. Победа по игре, честно говоря, не вызывает вопросов. Но победа, которая была под вопросом на последних минутах.